как нам удерживать наше объединение, чтобы не упасть, чтобы не изменилось, чтобы не ослабнуть, чтобы не было какого-то туманности, как мы удерживаем его, и все время, конечно, для того, чтобы удерживать, мы должны все время только о нем заботиться и только его укреплять. Как нам сделать это? Как нам соблюдать объединение и все время только усиливать его? Потому что от этого зависит, в общем, наше духовное продвижение. Как нам проверять, кроме того, хотим почувствовать, требуем почувствовать, чтобы в мере объединения мы ощутили наше приближение к духовному, к отдаче, к любви, к Творцу. Как нам, когда мы начнем ощущать, что мы входим в Ибур, в Юника, в Мухин, когда мы начнем проходить духовное состояние по-настоящему в объединении между нами? Только от объединения это зависит. Так как нам настаивать на этом, заботиться об этом, все время заниматься этим? Допустим, мы выходим скоро на свет мира, в ежедневность. Так что получается, когда мы выходим с урока, что весь мир, все человечество, весь этот балаган, все, что Творец создал, то есть все Кли Адама Ришона входит между нами, между 10 людьми. У меня есть 10, и тогда мир начинает входить внутрь 10, с которыми я так объединился в каком-то виде, и мир входит внутрь и начинает привносить нам свой авиют, мысли, желания и так далее. Это обязано быть, иначе мы никогда не придем к общему исправлению. Мы должны включаться, включить себя в это. И когда мы включаем это в себя в течение дня, так, когда мир действует на нас, находится между нами, между товарищами, хотим мы того или нет, но так Творец организует эти вещи. И нам надо понимать, что это не вопрос мира, политики, экономики или чего-то, а большого желания Кли Адама Ришона. Оно входит между нами, и мы находимся под его воздействием, чтобы потом снова вернуться к объединению между нами над тем, что, как они подействовали на нас. И тогда, несмотря на то, что они подействовали на нас разными добавками эго общего мирового, мы снова объединяемся между собой, уже находимся благодаря этому в приближении, все усиливающемся приближении между нами. Так что тут вопрос, как нам работать в этом? Как нам выйти с урока и не забывать, что наше включение с широким миром — это для того, чтобы впечатлиться в чем-то от широкого мира, но не отрываясь друг от друга между нами. И тогда мы впитываем от широкого мира только те вещи, которые нам действительно нужны, чтобы мы это приняли и вобрали. И так мы потом будем работать с этим исправлением. Когда все, если мы не расстаемся друг с другом, то весь широкий мир, который в течение дня действует на нас, включается правильным образом, чтобы мы могли исправить его. А в том, что мы исправляем его внутри себя, мы также воздействуем на него вне нас. Потому что уже есть связь между тем, что внутри, и тем, что снаружи. И тогда в таком виде, как мы включаем его внутри, когда он не разделяет и не мешает нам, отрывая нас друг от друга в десятки в течение дня, мы этим также передаем им наше объединение, и тогда мы этим исправляем мир, и они постепенно становятся частью нашего парцуфа, софом парцуфа, да?
Танви Парцуфа. Мы не можем работать с ним практически, но он включается с нами в таком виде, что становится активной частью Хагат Парцуфа. Итак, мы действуем, впитываем от него и в таком виде передаем ему и снова уже на завтра. Будет иначе, и так каждый день. Как нам делать в течение дня работу после урока, когда мы соединяемся, и только в нашем соединении мы хотим достичь новых духовных свойств, как нам в течение дня, когда мы выходим, нам поддерживать себя тоже объединенными и также впитывать воздействие от мира, который действует на нас волей-неволей, и мы вместе с этим стараемся оставаться соединенными, и так мы передаем форму объединения, природу нашего объединения и внешнему миру тоже. То есть у нас есть... У нас есть большая работа в течение дня, чтобы исправлять себя в впитывании мира внутрь себя и исправлении мира тем, что мы можем передать ему. Это исправлять мир в Малхут Шаддай. В конечном счете будет, но уже маленькими частями мы к этому будем приближаться.